Всем привет, с вами как всегда Рампал. И да, у нас опять появился осётр. Опять он пришел у нас на старую добрую точку 41-108. Исключительно на медведку. Ну, я вам рекомендую ловить. Заходит, конечно, на майского, но к майскому еще прилов. На раковую шейку заходит всякая дичь и непонятно что попадается. Соответственно, клипса 31-33, больше на 32-ю, осетров неплохо, в принципе. Может быть, у кого-то будет больше, чем у меня. У меня получилось 6 чатовых, несколько нечатовых в течение часа. Трофея, к сожалению, не было. На карте вы сейчас увидите, где он клюет. Соответственно, можно пофармить, я так думаю, и поймать трофейного вполне. Да, на точке вы уже видите, где это находится. Старая точка, так что... Думаю, труда вам не составит. Кидать напротив, с левой стороны от камыша. Клипса 31-32, буквально дальше вы увидите. Медведка. Ну и все остальное вы увидите далее в видео. Так что не забывайте про 12 число, про наши турниры. Участвуйте в розыгрыше, в описании ссылочка на видеоролик. И всем спасибо, всем хорошего клёва. До новых встреч. Пока-пока.